Şey içsen bana niye gülüyor? Aha da var. Сейчас по машине вопрос будет решать, сразу здесь пока ждать. Так, ладно, я сейчас сам напишу. Шестого февраля, по сообщению граждан, сотрудники полиции установили факт нелегальной организации азартных игр. В доме 70 по улице Ленина города Кирова
было изъято 14 игровых автоматов. В настоящее время проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Стоит отметить, что визит полицейских в это здание не был единственным. Не далее, как в октябре прошлого года, оттуда было изъято 16 игровых автоматов. Полиция благодарит кировчан за активное информирование о фактах организации нелегальных азартных игр. Именно благодаря телефонным сообщениям по 02 с начала года удалось уже пресечь деятельность трех игровых залов и изъять 42 единицы игорного оборудования.